Как думать о неудачах, чтобы меньше себя ругать? Значит, ну, прежде всего, нужно оценить неудачу. Часто мы просто имеем какую-то мечту. Вот, мечта оказывается призрачной, и мы считаем, что это неудача. Значит, неудача – это когда есть конкретный план, конкретные действия, конкретная задача, и их достижение или недостижение. Вот. А просто мечта – это не неудача. Это просто надуло не ту мечту. Второе – это необходимо подумать, была ли вообще совершена ошибка в вашем плане. Значит, так устроено, что вы можете делать все правильно, но при этом можете не получить искомого результата. Потому что никогда ничего не бывает на 100%, и всегда остается вероятность того, что вы все правильно распланировали, а потом какой-то случился форс-мажор или еще что-то. Поэтому надо понять, была ли действительно совершена ошибка. И третье. Если вы совершили ошибку, значит, нужно тут же себе сказать: прекрасно, теперь я знаю вот это, чего я раньше не знал. У Ницше есть прекрасная цитата, мысль. Он говорит: когда вы заканчиваете строить дом, вы обязательно знаете какую-то вещь, которую должны были знать, когда начинали строить. Потому что мы все время, так сказать, должны учиться. Так что пусть ошибки нас учат. Вот такой подход.